Здравствуйте, с вами Ольга. У меня тут вышло солнышко, я тоже решила выйти в сад. Сейчас, конечно, мало в сад попадаю, потому что приезжаю поздно, идут дожди. И вот решила вместе с вами быстренько пробежаться по саду своему, посмотреть, что у нее вообще происходит. Смотрите, какая красотулька, она уже раскрыла свои бутоны. Роза, конечно, какая-то обалденная. Очень хорошая, красивая у нее листва, она прямо стоячая, она никуда не падает, тут у нее такое обилие бутонов, цветов, но она никуда не клонится, стоит очень красиво. Вот у нее уже появились на лепестках веснушки, видимо, потому что изменилась погода, но на самом деле вот, совсем ее не портят эти веснушки, очень красивая такая кайма стала из веснушек, яркая. Очень красивая роза в Вайкики, мне тоже очень понравилась. Это первый ее год. Разрослась она у меня просто замечательно. Вот так вот она у меня разрослась. А, трипсы. Трипсы, вот я тут видела трипсов. Но вот они ее как-то не особо портят. Обрабатывала я сывороткой от трипсов. Но я думаю, что и от грибных заболеваний сыворотка тоже очень хорошо помогает. Потому что в этом году у меня с розами намного все неплохо. Со старыми. С новыми, понятно. Да, еще цветет на Диамиан-декор. Красотулечка. Здесь у меня зацветает роза Ашни и Вальцер. Листва какая обалденная, но я не могу. Роза, листва — это просто что-то. Я ее люблю вот за листву. Ну, красота же ведь. Вот тут расцветает вот. Вот цветочек Ашни и Вальцер. Такие бутончики. Разрослась на эту посадку этого года весной. Посадила от Елены Иващенко. А вот, кстати, рядом у меня тут сидит канадская роза. По-моему, это у меня Луиза Багнет. Вот такие у нее бутоны, такие вот листики. Они вот рельефные, не гладкие, не блестящие. Шипов у нее нету, без шипов. Но, кстати, вот чистая, не болеет розочка. Но мне не нравится. Вот она держит цветок один день. Вот он. Это он сегодня только вот раскрылся. Завтра это будет вот тоже вот такие уже вот тряпочки висеть. Тем более у нас идет дождь, и вот это все так некрасиво, в таком некрасивом виде. Вот она какого-то неопрятного вида. Ну, вот это канадка. У меня еще есть несколько штук канадок, но они у меня уже выгнаны из клумб, сидят в траве, естественно, там зачахли. Ну, вот еще у меня Джон Дэвис тоже канадская роза, но она мне нравится неплохо, но цветет не обильно. Все равно мне вот больше нравятся вот такие розочки. А здесь у меня вон разрослась как перовский. Я ее в этом году только посадила, весной заказывала в Екатерининском саду. Вот, и вот такая она красавица уже разрослась. И, конечно, вон там видно на заднем фоне розочка Vivienne Westwood. И вот этот синий оттенок перовский, вот эта ее ажурность. Ну, я не знаю, мне кажется, это просто какой-то вот классика, обалденное сочетание. И хочу рассадить везде по своему саду, потому что с вот с такими вот как цветами, как Vivienne Westwood, как фольклор тоже. Вот у меня там Эмильен Гийо. Смотрится, конечно, вот этот цвет ярко, такой ярко-ярко-синий. Просто потрясающий. Я не знаю, очень мне понравилось перовский. Посмотрим еще, как зимует. Она у меня не зимовала. Первый раз посмотрим. Вот там вот роза Vivienne Westwood, тоже вообще просто очень красивая роза. Очень красивый цвет у нее, конечно, такой оранжево-розовый. Это фольклор. Разрослась и деваха вообще такая большая. Вообще очень красивая розочка. Очень. Листва такая вообще, посмотрите. Ее один листик скрывает все мои пальцы. Вообще обалденно. А здесь вот еще цветет Queen of Hearts розочка. Вот здесь вот уже вот такой старенький цветочек. Вот он такой. А здесь вот тоже. И вот сочетание тоже вот если... Ой, не опустить сейчас. О. Ой, как красиво. Не знаю, прям вообще. Здесь у меня цветет роза Изи Досит. Вот такая. Ну вот она вот не сильно у меня нарастила массу. Не сильно большой кустик. Миниатюрный, я бы сказала, совсем. Цветет, конечно, потрясающий цвет у нее, у цветка. Но вот я не вижу особо резных лепестков. Вот я смотрела у Люды из Хакасии, у нее совсем такие резные листики. У меня таких резных нету. Что тут как-то не очень, да, сильно. Ну, видно, по крайней мере, не очень. Вот.
то у нее веснушки появились. А совсем веснушечная девчонка. Одни веснушки. Это Восточный экспресс. Такая она яркая, конечно. Желтая подсветка. Здесь уже старый цветок. Вот он такого, конечно. Мазки такие розовые, бордовые. Красивая тоже, да. Ой, очень мне понравилась розочка Мэри Энн. Единственное, что тут вот опять у нее пролиферация. Вот это зеленая, что лезет изнутри. Вот. Но сама роза, конечно, мне очень понравилась. Вот у меня тут две розочки посажены. Конечно, вообще обалденный цвет. Такие бутоны красивые. Вот сочетание, опять же, вот этих бутонов. И полураскрывшихся бутонов. Смотрите, капелька воды в лепестках. Ай, красота. У нас дождик сейчас недавно шел. Вот. И вот, конечно, вот такое. Ну, не знаю, мне очень понравилась Мэри Энн. Очень красивая роза. Она такая... Ну, вот, я не знаю. Слов нету описать розы. Листва замечательная, шикарная. И тут же у меня, кстати, сидит Арабелла Климатис от Александровой, которую я покупала в этом году весной. Вот он сейчас цветет. Я его несколько раз уже случайно ломала. Но, а я говорила, ладно, распушится, будет пушистенький. Красивенькая она. О, ну, Мария, она вообще красотка. Но красотка. А здесь у меня... Цветет Августа и Луиза. Вообще рабочая такая роза. Цветет и цветет, и цветет, и цветет. Тут как-то нет у нее такого, чтобы волна была. Нет, она цветет как-то вот постоянно. Это первогодка. В этом году ее только посадила. Цветок вообще очень большой. Похож на такой бантик, как у первоклассниц. Не знаю, очень напоминает. И такая, конечно, она, знаете, такого нежного цвета. У нее вот белый присутствует и розовый. Так вообще... Ну, очень типа. И такая она какая-то пушистая вся. Ну, такие пушистые цветы. Вот только вот здесь немножко такая наполненность есть. А здесь такая рыхлая. Ну, очень симпатичная тоже роза. Хорошо наросла. Кстати, у нее было два шиповника лезло тут у меня. Но я все это убрала, и больше никакого шиповника у нее не было. Вот, замечательно цветет. А здесь у меня цветет штат Ром. Розочка. Тоже листики такие маленькие, глянцевые, блестящие, красивые. Вообще красотулька. Очень яркая роза. Очень камера, ну, почти передает, да, цвет. Жду, когда она вся будет тоже в бутонах. Ну, тут такие цветочки бабочки с серединкой. А это у меня здесь рядом сидит. Это я сажала то, что покупала этой весной. Пузыреплодник и бузина. Вот они уже разрослись. Были маленькие-маленькие. Вот такие, наверное, были. И вот так вот уже разрослись, потом я их буду пересаживать отсюда. Здесь у меня цветет опять вереск. Я его буду тоже отсюда пересаживать ближе к розочкам. О, тоже красота, конечно, вообще не знаю. Вереск очень красивый. Хочу еще его привезти из леса. А вот здесь у меня сортовой вереск. Цветет, уже зацветает. Он будет цвести весь август, сентябрь. Он вот около камушка вот этого розового, мне он очень нравится. Еще у меня вот тут другой есть вереск, но вот алисом как-то сильно разрос у меня. И гипсофила, это что-то, она так разрослась. Видимо, тут удобренная земля у меня в клумбах с розами. Навоза много, видимо. И вот она вся у меня так разрослась, вообще задавила мне тут всех подряд. Зачиток такой красивый задавила. Задавила тут вот этот вереск. С этой стороны задавила мне гейхеру. Очень мне нравится вот эта гейхера. Тоже такие листья осенние, красные. Не знаю, очень она мне нравится. Такая вообще красотулечка. Вот, очень красивая. И вот она мне ее тоже задавила. Буду в этом году ее отсюда пересаживать. Очень она разрослась. Вот у меня там пустое место. Одна роза выбыла в этом году. Cherry Girl. Ну вот, и на ее место надо что-то мне посадить. И думаю, не розу. Цветет у меня... Моя любимая уже розочка Гальдельзе. Цветет, ни дождя не боится, ничего не боится, ни трипсов, ничего не боится. Цветет, цветет прекрасно, цветет красиво, очень красивый цветок. Загибающиеся лепестки. Ой, красотулька. И, кстати, достаточно крупный тоже цветок. Не знаю, очень мне нравится Гальдельзе. Листва просто, ну я не знаю, я от листвы роз вообще балдею. Так переливается это все... На солнышке. Вот тут у меня Леванс Роз скоро тоже будет цвести. Бутоны
вот, наполняет. Тоже такая, ну, потрясающая роза, вообще не болявая, красивая, не знаю, очень мне нравится. Это тоже от Елены Иващенко роза, по-моему, либо 44-й, либо 45-й номер. Тоже собирается снова вторую волну цвести, первая цела. Ну, вот она немножко трипсами-то повреждалась, трипсы на нее действовали. Вот, она как-то реагировала на них. Ну, посмотрим, как дальше будет. Ну, такая хорошенькая тоже стоит, красивое листво. А здесь у меня Chanda's Beauty, тоже вся в веснушках, с пауком. Паук тут мне свил паутину. Цветет, вот она такая. Что-то повесила головку. Очень красивая розочка. Вот. А здесь у меня Super Grand Amorano, это осенние посадки. О, такая вообще огромная, голову повесила. Конечно, как ей такую голову удержать? Ой, ну я надеюсь, что она будет потом держать голову. Вроде у Елены Иващенко они держат голову. Не знаю, ну у нас дождик был, вода-то оттуда вливается. Ой, красотулька. Здесь у меня очень обильно цветет пастелла. Вообще умница, конечно. Первый год это все у меня клумба весенней посадки роз. Тут пиано наращивает массу. Герцогиня Кристиана. Надеюсь, на дождя она такая грязненькая немножко. Ну и трипсы, конечно, там тоже активничают. Ой, ну красавица, как она мне нравится. Очень мне понравилась эта роза. Юбилей де Принц Монако. Сейчас она изменила цвет, так как похолодала. Очень стало влажно. И она такая стала не красная, не бордовая, такая ярко-ярко-розовая. Но все равно она мне нравится. Вообще все равно потрясающая, конечно, роза. Держит дождь просто великолепно. Цветы долго держатся. А, красавица. Красавица. Не знаю. Очень яркая розочка, очень красивая. Здоровенькая. Хорошая. Здесь набирает массу вулкана, тоже листики такие, ну, потрясающие, красивые. Не знаю, роза это вообще, это что-то. Здесь сувенир де Баден-Баден, бутон. Очень красивая тоже. Ой, единственное, у меня здесь не прополото, руки не доходят сейчас до сюда. Здесь, везде у меня вот этот вью, прям замучил. Это роза импала. Вначале первое, когда она первый цветочек выдала, такой маленький какой-то, невзрачный, вроде ничего интересного, тоже водичка вот тут. Вот, а сейчас такой вот крупный достаточно цветок, такой кремового оттенка, такой очень симпатичный. Но вот масса она наращивает не сильно. Маленькая достаточно роза, небольшая. Здесь у меня тоже первогодочка Помпанелла. Помпанелла вот с такими помпушечками. Симпатяшка, розочка. Здесь у меня на этой клумбе очень сильно разрослась хризантемма. Я не помню, какая это, по-моему, желтенькая, она прям вообще. Посмотрите, как она разрослась. Это буквально ее второе лето, и она вот такая огромная. Здесь у меня зацветает анафалис жемчужный. Очень симпатичная, конечно, вообще травка, цветочек. Пересажу я его отсюда, потому что очень сильно у меня отчиток разрастается очень быстро, очень сильно он, конечно. Вообще я его все черенкую, и он все черенками очень быстро у меня разрастается. Поэтому я анафалис тут начал давить. Я что-нибудь тут переделаю в этой клумбе. Но она у меня не доделана, мне еще сюда все досаживать надо. Вот это у меня тут цветет роза Пушкин. Вообще красавица, мне так она нравится, она такая нежная, красивая. Вон там паучки у нее ползают, такие же белые, красивые. Роза очень красивая, конечно. Вообще Пушкин очень красивая. А листва. У меня тут две розочки я сажала, но одну розочку я задавила. И вот маленький лезет, один такой. Вот у меня разрослась очень сильно Вероника. Думать буду, что с ней делать. Говорили мне, что она агрессор. Но она в этом году что-то совсем у меня разрослась, пошла. Это у меня роза Лагуна. А, красавица. Первый год я ее посадила. Хочу, чтобы она мне этот уголок обвила. Там у меня под пленкой навоз. Новые клумбы будут с рододендронами.
Вот, ну, вот здесь пока вот цветет, ой, лагунчик, очень красивая. А здесь у меня тоже разрослась хризантема красная. Была маленькая, была как, наверное, вот одна такая, а теперь она вот вообще разрослась. Начинает зацветать уже. Умница. А это мне от Людочки из Хакасии. Она мне прислала астрочку. Красавица. Здесь она уже распускается. Такое солнышко. Вообще мне так остро нравится. Ну, конечно, у меня сил выращивать однолетники не хватает. Там бабочка у нас какая-то тут сидит. Бабочка. А вот, а здесь уже отцветает тысячелистник. Здесь у меня другой тысячелистник, не помню, как называется. Вот тоже он. Мне нравится с розами посажу. Так что надо убирать. Это вот еще ду отцветает. А это дербеник тоже мне Люда из Хакасии присылала тогда в посылке. Вот он цветет во всем. Вот он сейчас вот такой. Тут у меня густота из всего разная. А здесь у меня первогодочка Ангела. Ангела, красотка. Посадила я ее сюда отдельно. Пускай она у меня тут красоту наводит сама. Очень красивая розочка, конечно. Мне нравится. Хоть и серединку показывает, но вот она симпатичная. Насколько я знаю, еще очень обильно цветущая. Будем ждать. А здесь у меня тоже отдельно растет солита. Цвет вообще, я не знаю, такой потрясающий цвет у нее. Очень красивая, конечно, роза. Очень обалденная. Но вот у нее пятнышки уже появились. У девчонки этой. Вон, уже пятнышки появились. Но ничего, сейчас мы еще сывороткой обработаем, еще навозиком обработаем по листу. Посмотрим. Будем смотреть, наблюдать за ней. Но цвет, конечно, вообще... вообще потрясающий. Здесь, посмотрите, у меня лапчатка какая вообще большущая. Не могу, такая она красавица, конечно. И сейчас еще пасмурно, она таким желтеньким цветет. Радует. А, еще один. Очень, конечно, такая она большая, красивая, разрослась. А вот это, кстати, вигелка. Тоже покупала в прошлом году. Думала, что не перезимует. Нет, перезимовала, но я ее укрывала. Вот такая красоточка. Ну все, побежала я будить малыша своего. Он на тихом часу у меня спит. И домашние дела надо делать. Ну все, с вами была Ольга. До свидания.